Новогодний городок на площади Пушкина появится и в этом году. Подготовка главной площадки городских гуляний уже началась. Рабочие приступили к установке елки. В этом году на ней появятся новые украшения. Закупили сотню елочных игрушек. Завершить монтаж «Зеленой красавицы» планируют уже в четверг. Новогодний городок начнет свою работу 22 декабря. В этот день в Иваново приедет Дед Мороз и даст старт новогодним торжествам, которые продлятся до 7 января. Ежедневно у нас тематика по мотивам новогодних сказок. Такие будут программы развлекательные, но с участием, чего не было, кстати, раньше. Мы надеемся, что к нам приедут еще коллективы художественные из районов области и детские коллективы наших учреждений дополнительного образования. Если, конечно, мороз будет не минус 20, то я думаю, что это будет интересно посмотреть. Домики в стиле шале на площади Пушкина тоже установят. Их будет по-прежнему 30, но поменяется расположение. Будет организована зона общественного питания. Дополнительно в этом году мы приобретаем еще для удобства гостей новогоднего городка столы праздничные, чтобы людям было удобно. В том году гости выражали некое такое недоумение, что нет традиционных шашлыков. Поэтому мы разрешим, и в этом году шашлыки будут. Также у нас будет организована зона по продаже сувениров. Мэрия уже объявила среди предпринимателей конкурс на право вести торговлю в этих павильонах. Места, как и раньше, будут предоставляться бесплатно. Заявки от представителей торговли будут принимать до 5 декабря. Предпочтение будет отдаваться, во-первых, там, у кого будет интересный ассортимент, у кого какая-то есть изюминка в предоставлении своей продукции. В оформлении внутреннем, внешнее оформление лежит на плечах города, но внутреннее оформление, конечно, лежит на плечах уже непосредственного участника, потому что недопустимо, чтобы в праздничные дни внутри домов была темнота, да, хочется, чтобы у населения, у покупателя было хорошее настроение, и эти огоньки манили их с дополнительными покупками. А еще мэрия приглашает поучаствовать предпринимателей в конкурсе на лучшее внешнее новогоднее оформление магазинов, гостиниц и предприятий общественного питания. Заявки принимают до 21 декабря. Итоги конкурса подведут уже в новом году. Обладатели самых красивых витрин ждут ценные подарки. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.